Элен Бадалян.
Каждый раз, когда мы слышим эту песню, становится чуточку грустно. Но я хочу напомнить всем, что сегодняшний эфир посвящен родителям. И я бы хотел, чтобы мы сегодня в эфире говорили только о любви к ним. И совершенно не стоит грустить, правда. Потому что любовь — это прекрасно. И прямо сейчас Ольга продолжит как раз-таки мои слова. Да, грустить нужно, когда ты ничего не можешь уже исправить. А когда в твоих руках вся жизнь, твоя судьба, когда твои родители тобой гордятся, поддерживают твой выбор, твой путь, это дорогого стоит. Очень проникновенное исполнение, очень настоящее, очень в твоем стиле. Я не люблю, когда такие песни меняют, но здесь как будто бы даже вот это была не легендарная песня «Сосо», это вот как будто бы это твоя песня, которую ты так прожила через себя, через свою любовь к родителям, через свою какую-то боль, страх, да, чего ты больше всего боишься. Ангелочек ты наш, спасибо тебе за тебя. Я безумно счастлива, что ты сегодня с нами. Я как вспомню, что в первый прямой эфир стояла здесь, дрожала, как лепесточек. И вот сейчас ты стоишь, и твои родители, и вся твоя семья, друзья и наставник, все гордятся тобой. Спасибо огромное. Спасибо, Оля, большое. Серега, как вам женское исполнение этой великой композиции «Армянские мотивы» в начале? Ну, Элен из любого своего перформанса, из любого своего выступления умудряется сделать такой шедевр, соул-шедевр. И это, конечно, большой рывок вперед. Вот так, как она доносит сейчас русское слово, по сравнению с тем, как все начиналось в первых эфирах. Это очень музыкально, это очень круто технически. Если на уровень смысла опуститься. Тут, конечно, вот у нее такое смелое прочтение было, что, ну, для меня это молитва, и я, наверное, видел бы молитву не такой громкой, да, то есть если бы я, допустим, пел своим родителям, то, наверное, как бы это была бы такая более интимная манера, вот, но у меня нет такого волшебного голоса, как у Элен Бадалян, поэтому с меня взятки гладкие. Спасибо тебе большое. Спасибо огромное. Руслан, ваше слово. Знаете, дорогие друзья, пусть на самом деле наши родители живут дольше и будут счастливее. Ведь потому что пока они живы, мы дети. А не дай бог, когда их не станет, мы сироты. И вы знаете, безусловно, у Элен свое прочтение, потрясающее оригинальное прочтение. Это глубокая композиция. А когда спросили... И часто спрашивают у Сосо Полюэшвили, как вы написали эту песню? Константин Бубин написал стихи, а Павлишвили написал песню. Как вы написали эту музыку? И он всегда говорит одно. Музыку написал не я. Музыку написал Господь. Когда я спал, и мне это приснилось. Представляете, он всегда говорит одно и то же. Это потрясающая песня. Елена, спасибо вам за выбор этой песни. Спасибо вам за прочтение этой песни по-своему, за глубину, которая есть в вас, и за любовь к родителям. Спасибо, спасибо огромное. Спасибо вам, Руслан. Ну а сейчас мнение твоего наставника Иосифа Пригожина. Иосиф, пожалуйста. Я хочу сказать, солнышко, я горжусь тобой. Я продолжаю наслаждаться твоими выступлениями. И я буду наслаждаться, и мы все будем наслаждаться твоими выступлениями, твоими шагами вперед. Я счастлив, что я на этом проекте оказался в такой команде и, можно сказать, нашел тебя. Я сейчас смотрел документальный фильм, и посмотрите в Инстаграме, очень похоже на мою дочку с Лизочкой. Это еще больше меня просто вообще трогает. Я согласен с Сережей с деталями, которые он озвучил, но в целом ты справилась просто блестяще. Молодец. Спасибо, спасибо тебе.
Позвоните родителям прямо сейчас, не теряйте времени, воспользуйтесь минуткой, просто скажите им, как вы их сильно любите. Да, я передаю привет своему папе. Ну а вы обязательно звоните и голосуйте за Елен по номеру 88-10-10-106, номер Елен 09, или отправляйте смс-сообщение на 28-85 с пометкой 09. Елен Бадалян.